Дорогие друзья, 18 октября здесь, в нашей церкви, пройдет межцерковная молитва за Израиль. Вы знаете, Израиль – это настолько важно. Иногда, я думаю, так, без Израиля вообще нас не существует. И нам это хорошо понимать и осознавать, насколько важную роль играет Израиль в нашей жизни. Поэтому 17 октября выбери время для того, чтобы быть здесь, молиться вместе с нами. И пускай Израиль будет глубоко в нашем сердце. Бог благословит вас. Израиль – наше все.